Привет, друзья! У меня опять для вас интересная модель из моей коллекции. И она тоже от Бурагу. Коробочка, конечно, уже заметно потрепалась. Но обратите внимание на вот это, на вот эту надпись. Эта надпись обозначает, что в основном модель должна быть номерная. Мы проверим, номерная ли это модель или нет. Номерные модели у Бурагу, они тоже имеют особую ценность у коллекционеров. То есть они, в принципе, и подороже. В таких коробочках и похожих. Да? То есть не в последних, не в поздних выпусках. Ну, давайте распакуем. Проверим, номерная ли это модель или нет. Если номерная, то это, конечно, хорошо. А если нет, значит вышла какая-то ошибочка. И вот он, красавец. Или она Феррари, она красавица. Ну давайте тогда снимем ее с подеста. Модель в очень хорошем состоянии. Ну, что-то здесь с колесом на стороне водителя, что-то не то, недоработка, брак от Бурагу. Ну, все бывает. Посмотрите, какой сохран. Этой машине тоже, этой модели тоже уже больше 20 лет. Здесь какой-то, как, что-то взбухла краска немного. Я вот не знаю, что это такое. Я бы не сказал, что это чума, как у моделей СССР. Но немножко странно выглядит. Но все равно для меня это одна из красивых моделей из моей коллекции. Ну, может быть, у этой модели детализация не такая тонкая, немножко грубоватая, но все же ее повороты, ее линии, они мне нравится, да, и в принципе для меня это еще хорошая модель. Ну, в реальности такие автомобили выпускали с 1984 года до 1986 год. И, например, объем мотора было 2,8 литра. 294 киловатта, 400 лошадиных сил. Сама модель, то есть сам автомобиль весил тогда, или скажем, весит 1160 килограмм, если я не ошибаюсь. Это, в принципе, для 400 PS, лошадиных сил, это не много, не небольшой вес. Вот. Говорят, что Бурагу, я не знаю, правда это или нет, но говорят, что Бурагу красит модели в оригинальный цвет от настоящих автомобилей. Вы можете сказать, так ли это или нет. Я не знаю, я не проверил эту информацию, но это, конечно, было бы интересно, если, например, эти машины были бы в оригинальном цвете от производителя настоящего автомобиля, эти модели. Вот. Ну, в принципе, эта модель очень часто, ее можно найти, но не с такой коробкой. Да, я не думаю, что с такой коробкой уже реже их найти. И цена у них в обычных коробках от, скажем, 1500 евро, 20 евро, 1500 рублей, 20 евро. Если переведем на евро, то 20 евро, скажем так, от. Да, ну, может быть, кто-то может купить и дешевле. Да, мы хотели проверить, номерная эта модель или нет. И сейчас мы посмотрим.
Нет, эта модель оказалась не номерной. Потому что здесь должен был быть номерок. Вот здесь. Да. Модель сделана в Италии. 18 масштаб. Модель не номерная. Жаль, конечно. Значит, эта коробочка не родная. Эта коробочка не родная. Но ничего, все равно модель хорошая. Вот. Вот так у нас открывается передний отсек для запасного колеса. Наверное, надо будет взять, вытащить вот это колесо и поставить сюда. Ну, если, конечно, это колесо по размеру подходит. Возможно, это не переднее колесо. Надо будет проверить. Давайте откроем отсек мотора, заглянем сюда. Да, конечно, здесь детализация немножко такая грубоватая, но для тех лет это была очень такая достойная модель. Или для коллекционера. Много хрома в моторе. Типично для Бурагу, что кое-какие места до них не доходила краска. Это часто встречается. Но ничего. Откроем пассажирскую дверь. Вот так вот выполнены двери. Конечно, это не AutoArt. Но все же шик у нее свой есть. Проверим, есть ли у нее амортизаторы. Нету. Как обычно у этих типичных моделей, у них крутится руль при повороте, при движении, то есть повороте передних колес. Ну вот, так, в общем, на этом закончим. Благодарю вас за просмотр, друзья, и до следующего видео.